Непогода уральской осени не помешала проведению фестиваля хип-хоп-исполнителей «Шум». Это музыкальное событие уже стало доброй традицией для города Верхняя Пышма. Данное мероприятие проводится уже пятый раз в нашем городе в программе поддержки молодежных инициатив. В частности, вот молодежная инициатива рэп-коллектива Верхней Пышмы «Дека Рекордс». В этом году, раз юбилейная дата, вот мы уже вышли из наших актовых залов техникума уже на улицу. Мы бы хотели, чтобы люди были культурными, могли через свои песни, через свои стихи, через какую-то вот творческую часть своей души, своего мозга давать обратную связь миру. Дай бог, что вот это культурное мероприятие станет одним из таких серьезных толчков для развития молодежной культуры в городе. Фестиваль «Шум-5» собрал 13 исполнителей из Верхней Пышмы, Екатеринбурга, Нижнего Тагила и других городов области. В жюри группа «Дека Рекордс», «Алсеп», а также «Наум Блик». Всегда очень интересно бывать на таких мероприятиях в качестве именно жюри, для того, чтобы посмотреть, как молодежь себя сейчас чувствует, что, о чем они говорят, как у нас развивается именно в молодежной среде хип-хоп. Я хотел показать себя полностью. Почти получилось, но почему-то бит у меня шел намного быстрее, чем хотелось бы. Я думал, что уже я в финале, но бит пошел быстрее, из-за этого все мое выступление. В финал прошли четверо. Чист, М. Вайс, Духи Худа и Леша Метод. Участники представили на суд жюри еще по одной композиции. Мы пришли сюда, чтобы поболеть за Лешу МД. Удачи ему огромной. Удачи, счастья, чтобы выиграл. Он так дальше шел, ну мы его всегда поддерживаем, мы всегда с ним рядом. Победителем стал представитель Верхней Пышмы М. Вайс. Он получил переходящий кубок фестиваля «Шум» и денежное вознаграждение от Комитета по молодежной политике. Очень рад, меня прокачали другие исполнители. Ребята, знаю многих из них. Я не ожидал, что я одержу победу, но я очень рад. Очень рад, что меня послушал Наум Блик, как я говорил. Так что приходите к нам на движение. На Урале нормальный хип-хоп, не то что в Москве и Санкт-Петербурге. Они еще услышат это.